И всем привет. У микрофона Гидео Пассер. Сегодня мы играем Барбоскины. Отправляются в горы. Мама собирает вещи в поездку и не может найти несколько важных вещей. Нужно срочно посетить супермаркет и купить их. Но мама очень занята, и ей нужна помощь. С кем желаешь сходить? Да! С тобой. Ладно, погнали. Боже мой. Ладно, погнали. У нас в списке 5 предметов. Капуста. О, а давайте... Будет в шоколаде. Смотрите, вот так вот можно даже. Будет в шоколаде. Будет. Розовые тапочки. С ума сойти. С ума сойти? Вот это я понимаю. Чё? Класс. Да! Ура! Вот-вот. Да! И вот... Синие туфли. Привет. Класс. Классную игру, кстати, скачал. Пожалуйста, оплатите вашу покупку. Это слишком много. Дружок забрал по списку одну покупку. Две покупки. Малыш забрал по списку одну покупку. Две покупки. Три покупки. И четыре? Нет. Ну, это что-то понимал, что... Вы купили все вещи из моего списка. Какие вы молодцы. В холле супермаркета идет чудесная акция. Сходим туда, чтобы получить призы. Ура! Они обрадовались. Приз. Ну-ка, что мы там выиграем? Наклони автомат, чтобы переместить леденцы. Соедините две одинаковые конфеты, которые касаются друг друга. Соединил. Молодец. О. Эй, не понял. Да, мы справились. Нажми на кнопку, чтобы перемешать. Теперь ты знаешь, как перемешивать конфеты. Пропустим. Ой. Чтобы выиграть приз. Давайте в этом выиграем. Неплохая. Ого, сколько тут конфет. Как мы это все перемешаем? Здесь мы не сможем. Тут надо как-то... Эти конфеты слишком далеко. Попробуй другие. Отлично. Так, они, видите, попадаются нам. Понял, какой нам приз попался. Что у нас тут? Ой-ой. Дальше, чтобы собрать коллекцию призов. А тут что у нас? Стоп, походу это не здесь. Нет. Все здесь. А, полную версию надо, понятно. Может, маме? Смотрите, еще раз можем, короче, это попробовать. У нас в списке 5 предметов. Вот такие вот надо предметы. Вот сразу синие вижу. Сапоги. Согласен. Апельсин. Апельсин.
Ну да, они у нас уже есть. Это что такое? Ругается, что ли? Нет. Ура! Малыш в восторге. Чипсы. Да вы все в восторге. Ракета. Пожалуйста, оплатите вашу покупку. Это слишком много. Дружок собрал по списку одну покупку. Две покупки. Малыш ничего не собрал по списку. В холле супермаркета идет чудесная акция. Сходим туда, чтобы получить призы. Ладно. Да шо ж. Я нажал на автомат. Так. Сразу нашел. Отлично. О! Мы Гену выиграли. Класс. Гена Барбоскин. Так, как-то тут надо это убрать. А, вот. Коллекцию призов. Вот видите, надо коллекцию призов собрать. Понятно. Ого. С кем желаешь сходить в супермаркет? Ладно, всем пока.